have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, экзанима на ваших экранах. Итак, я вот уже потом на монтаже заметил, что у меня начал мигать значок нового скилла. Давайте посмотрим, что именно. Я уже даже не знаю, во что мне вкачиваться. Вот это вот на самом деле мне нравится. Отклонение. Активно защищайте пробелы и слабые места в броне. Это персонаж, я надеюсь, будет делать сам. Давайте я пока это качну, а там дальше мы посмотрим, как это все будет идти. Также мне тут немножечко поразъясняли насчет того, как все устроено в этой жизни. Я вот что думаю. Вот этот вот топорик я, наверное, оставлю здесь. Минучка, а почему от него звука нет? Странно. Мне показалось, или от него не было звука? Ладно, минуточку. Не знаю, я зашел сейчас посмотреть именно настройки звука, музыки. Чуть-чуть подергал вверх-вниз, сейчас посмотрим. Тут нет регулировки музыки отдельно, есть регулировка звука, ну, такое. Потом, второе, что я хотел бы сказать. Если мы меняем... Минуточку. R. Вот, у нас появляется молоток и щит. Я думаю, вместо молотка и щита я возьму... Я вот еще пока не уверен, что мне взять. А, копье можно взять и со щитом, оно одноручное, серьезно? Минуточку. Это в корне все меня. Блин, ходить с ним, конечно, то еще мучение. Я сейчас переключусь. И да, меня еще научили делать выпады. Прикольно. Попробуем этим воспользоваться. В общем, да, во вторую руку я беру копье. И раз у нас копье со щитом сочетается, это хорошо. Ладно. Также. Спасибо, что указываете, что где я пропустил. Там говорят, в прошлой локе было еще парочка каменных сундуков, которые я пропустил. Также говорят, что в прошлой локе есть определенная секретка, если откуда-то определенно упасть и всякое такое. Возвращаться я, наверное, все-таки не буду. Я это все буду учитывать на второе прохождение. Я уже о нем довольно много говорю о втором прохождении. То, что я хочу проходить уже за другого персонажа. Также насчет того, чтобы быть повнимательнее. Блин, ребят, я бы с удовольствием был бы повнимательнее. Но, во-первых, к сожалению, вынужден констатировать, что на запись прохождение выглядит совершенно по-другому. И если бы играть без записи, то некоторые вещи я бы находил бы побыстрее или... В принципе, находил бы. Когда играешь на запись, к сожалению, некоторые вещи упускаются. Во-первых. Во-вторых, эта игра, это не что-то плохое, а просто как факт. Эта игра обладает подобным талантом, где некоторые вещи лежат абсолютно невидимые, блин. Ну, не то, что невидимые, конечно, видимые. Вот просто вспомните тот момент с книжкой в зале суда. Я мимо нее пробегал 2 раза, вообще не видел. Только пока я не посмотрел на нее под определенным углом, она лежала на полу. Ну и, по сути, вот так вот. Смотрите, вот сейчас, например, вот этот вот топор, который лежит здесь. Ну, серьезно, беглым взглядом его можно увидеть. Я понял, что таким образом я пропустил ключ, который был во второй локе. От той двери, которую я так стремился открыть в прошлый раз. Вот, ключ где-то был неподалеку, мне это сказали из 2 разных источников. Окей, я это попробую запомнить, не знаю, как это все будет. Вот, ладно, и также вот мне посоветовали, это я так понимаю, что 3-й этаж, также мне посоветовали гораздо внимательнее быть именно здесь. То есть, что прямо офигеть, как внимательно. Ах, ребят, болтовня и внимательность вместе не сочетаются. Есть такая проблема. Или это будет тихий и бессловный геймплей. Или же... Так. Ты меня будешь атаковать, нет? И я буду играть внимательно. Или я все-таки буду упускать какие-то вещи. Но я все-таки буду с вами разговаривать и общаться. И как хотите. Но мне приятнее все-таки с вами разговаривать и общаться. Потому что в этом заключается
прохождение на Ютубе и прохождение с кем-то. Есть ли смысл? Так, этот чувак меня проигнорил, все хорошо. Значит, по сути, у нас... Ай, блин, я себе на голову уронил. Как в том мемасике. Ай, больно в ноге. Тут какие-то ящички, разгрузочки, тележечки. У нас был один зал, из которого был только один выход. Есть второй зал, из которого... Кстати, да, я вот еще что обратил внимание в прошлый раз, можно чуток менять изометрию того, как это все выглядит. Ладно, постараемся пока... Ну да, не постараемся не заблудиться, кому я это говорю. Хорошо, третий этаж. Вот зачем? Вот зачем? Вот есть дверь, зачем я в ней иду? Стой, закрой. У нас есть проходы. Давайте попробуем хотя бы такой логикой руководствоваться. Что есть проходы, иди в проход. Есть двери, оставь их на потом. Иди сначала. Спасибо. Ладно. Опа! А теперь мы знаем, что эта дверь закрыта. Я понял, что это бесполезно. Но я все-таки потыкаю этими ключиками. Окей, теперь мы знаем, что это бесполезно. Там вон этот пришел. Мудень. Может, по нему попробовать потыкать? Кстати, ладно, пока он пришел сюда, давайте... Не оборачивайся на меня. Хорошо. Зачем мне инвентарь открытый, кстати? А, потому что я ключики тыкал, точно. А, серьезно? А это лестница... А эта лестница обратно на второй уровень. Где там у нас... Блин, где у нас карта была? Нет. А, вот карты были. Да, это вот у нас лестница второго уровня. Все, 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 я понял. То есть отсюда я мог напрямую попасть туда. Или пройти через... эти склепы и сразиться там с двумя скелетами. Все. Наконец-то до меня дошло, все сложилось. Суперски. Значит, базовый зал, из которого один выход сюда. Тут какая-то то ли церковь, то ли что-то, непонятно. Хорошо. Из этого базового зала выход только сюда и дверь только туда. Окей, все, 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 все. В голове теперь прояснилось. Одна дверь заперта, одна дверь открыта. Идем в нее. Стараюсь как можно больше вещей держать, как-то... Собирать побольше информации. Вот к чему я это. Собирать побольше информации. А ты типа прошел и закрыл за собой дверь? Это стражник. Спасибо. Ну, знаете, неплохо. Я его... Надо было ближе, кстати. Я его затыкал. Я его затыкал. И это было не самое плохое, что могло случиться. Рубашка, штанцы, брюки. Так, это у нас туника. Ну, вроде как все хуже, чем у нас, да? Пара толстых кожаных перчаток. Ну, да, да. Чувачок... Блин, извини. Давай мы тебя подвинем в сторонку. Я не хочу топтаться по трупам. Мы чувачка просто затыкали. Так, надо внимательней, внимательней. Еще также говорят, что есть какие-то загадки, головоломки, всякие места. Знаете, то ли... Ну, как бы не то ли, а вот... Я, видимо, их явно пропускаю, потому что... Ну, третий этаж... И ни одной головоломки мне до сих пор как-то не встретилось. И мне точно говорили, что они где-то есть вроде как и на первом этаже, и на втором этаже. Я делаю вывод, что я их просто пропускаю, потому что, да, я знаю, у меня есть места, в которые я не попал. И на первом этаже, и на втором. Блин, зачем я противоречу собственной логике? Говорю, не открывай двери, не ходи туда. Открываю двери и иду туда. Так,
хочу ли я рисковать? А там, кстати... Там, кстати, открытая дверь. Он только что на меня быканул или мне показалось? Хо. Это выглядит как прачечная. Прачечная, фигачечная, блин, Министерство культуры. Так, ладно, кто вспомнил... Не-не-не, я не буду из тех людей, которые... О, кто вспомнил, ставьте лайкос. Не-не-не. Просто кто вспомнил, тот молодец. Вот. Напоминаю, что... Да ну, блин, отстань от меня, я же тебя ничего не хочу. Я все, я здесь стою, мне нормально. Уйди отсюда. Ну, я... Оп, молодец. Я уже ничего не мог сделать. Когда он закинул ногу в ванночку, я уже ничего не мог сделать. Он начал просто медленно падать. Если в этот момент меня начали атаковать, я думаю, мне был бы просто звездец. Так, почему вот эта дверь открыта? И почему здесь столько, черт побери, дверей? Так, хорошо, в прачечную. Мы туда проходим, у нас все нормально. Сундучок. Хорошо, чувак, все, свали отсюда. А, тут камин. Это похоже на кухню. Также спасибо большое. Мне сказали, что все мои теории насчет того, что здесь происходит, полнейший бред. Окей, но почему бы не пофантазировать? Вот. С другой стороны, если эти теории бред, то значит здесь есть что-то гораздо более интересное. Я не против. Интересная история, всегда интересная история. Я из тех людей, которые говорят, что в Dark Souls офигительный сюжет. Хотя многие... Опять же, знаю многих, которые говорят, что в Dark Souls сюжета вообще нет. Песочные часы, они же песчаные, песочные. Выколупывалка для глаз? А, нож. Насчет выколупывалки для глаз, ребят. Вспомните Айзека. Кто играл в Айзека, тот, блин, прям Сережа молодец. Так, на всякий случай хочу предупредить, если я что-то говорю, какие-то вещи про того же Айзека, про все-все-все, ни в коем случае не реклама. Вы посмотрите на меня и посмотрите на мои подписки, какая нафиг реклама, где я и где реклама. Если бы мне за это платили бы, ага. Блин, а ты уже другой или ты тот же? Тот же, тот по-другому как-то ходил, это как-то ходит вяленько такая. Блин, мне в ту дверь надо. Зачем ты туда идешь? Стойте, тут светло? Тут более-менее светло. Давайте мы его затычим. Пофиг. Я падаю! Ай! О! Удачно по репе получилось. Вот этого чувака вальнул вообще... Блин, не знаю, первого чувака получилось очень удачно затыкать, а со вторым... Как-то ты его тычешь, а оно не тычется. Ай, спорненько. Так, давай, ты из-под моих ног уйдешь, пожалуйста. О, кожаный фартук, а он у нас вместо... Вместо чего? Вы что, издеваетесь? Вместо брони, ага, сейчас. Ай, кожаный фартук. Тканые брюки, стоп. А, так, ты сюда. У нас что за брюки вообще? А, ну они такие же, хорошо. Все, ладно, тогда одену просто темные. Копьем можно было зарубить чуваков, а можно было затыкать. Так, тут кладовая, да? Ты же без проходов. Отличнейше. Так, там вроде как свечка есть. Меня тут немножечко поколотили, но вроде как ладно. Но это обычные бомжи, я так понимаю. От них их опасаться, ну такое себе. Блин, в кого я превращаюсь? Я превращаюсь в чудовище. На первом этаже я просто ходил.
и никого не трогал. А сейчас уверовал, блин, в себя, одел броню, одел это. О, давайте-ка я потренируюсь на чуваках, давайте-ка я их затыкаю. А, нельзя так. Но, с другой стороны, честно, они мне... Не то чтобы мешали. Есть такое слово «подмешивали», нет? Так, ты у нас свечка? Свечка. Почему я не могу свечку поджечь? Я бы попробовал. Так, ладно, эти банки бесполезны. У нас 3 из 4 дверей здесь. Ну, 2, 3. Нет, 3, да, мы зашли не через дверь. 3 двери у нас тут абсолютно бесполезны. Суперски, табуреточку. Да, блин. Тогда, кстати, если копье... Знаете, в чем прикол? Если копье... Ну-ка. Да, копье можно тыкать, но оно у нас получается одноручное. А я думал, что двуручное. Может быть, мне тогда взять двуручный меч? Как, что у них по статам? Так, баланс очень хороший. Тут тоже баланс очень хороший. Режущий 2... Тут 2,5 режущий импульса, у меча побольше и проникающего поменьше. То есть мечом тоже можно тыкать, но он будет не так хорошо тыкать, как копье. А копье прям хорошо тыкает, ну и неплохо режет. Вон я чуваку по уху прописал копьем, и получилось неплохо. Ладно, пока не буду менять. Давайте посмотрим сначала. Блин, даже не знаю, что. Тут некоторые механики игры срабатывают немножечко не так, как ты от них ожидаешь. О! Письмо. Зуик? Как вы знаете, я сделал у вас особый заказ. Учитывая значительный выданный вам аванс, я ожидал быстрой доставки. Так почему я еще не получил от вас известий? Старый свиток. Ага. Я не знаю, мне уже сказали, что ее не надо собирать. Кольчужная рубаха? Что? А ты вместо чего? Стоп, нет, не так. Надо каждый раз нажимать сравнение, потому что я потом не увижу. Это вот это, да? Она хуже. Похоже, вот это вот, которую я нашел, она хуже. Ладно, я надеюсь, что я ничего не перепутал. Хорошо. Ключика тут нету. Вот. Также спасибо, что подсказали, что иногда в ком-то могут находиться ключи. Я все-таки задавался этим вопросом, и теперь я точно буду знать, что я не зря нервничал. Это приводит к другому вопросу. Значит ли это то, что мне нужно теперь мочить всех подряд? Потому что какой-то мирно ходящий зомби может содержать нужный для меня ключ. Это не очень весело. Еще было бы очень подло, если бы ключи лежали вот где-то под тумбочками. Как ты меня напугал, тварина! Да, я выйду. Ну да, я выйду. Ну блин, тебе что, жалко, что ли? Твою за ногу. Да беги! Блин, он мне пол хп снес. Ух. Опасно! Блин, тварь, ну нафига ты на меня набросился? Главное, стал в дверях и стоит. А как я тебе выйду? Ладно. Так, более-менее... Откуда ты вообще пришел? Ладно, эту комнату мы зачистили. Тут была записка, оставили тут 3 трупа. Ну, хорошее начало серии. Офигительное просто. Хорошо. Может быть, мне реально переходить на... Блин, очень плохо. Откуда я пришел? Я не помню. Я пришел отсюда или... Или я сейчас ломлюсь во что-то неизвестное? Блин, я, похоже, бегу... А, не-не-не, все нормально, блин. У меня просто на секундочку я потерялся. Это вот та единственная открытая дверь, за нами закрытая дверь.
вот здесь вот мы прошли отсюда, вот тут мы чувака затыкали, точно, блин, я по трупу мог бы догадаться. Здесь у нас был проход, здесь у нас... вот эти ребята, с которыми я разбирался, все, все нормально, все хорошо. Теперь, значит, если... мы можем сюда, мы можем сюда, давайте сходим сюда. А тут дверь открыта, потому что я тут был, или... Здравствуйте, а что это? А, это туалет. Ну да, пора бы уже привыкнуть. Хорошо, ребят, раз вы мне каждый раз даете такие хорошие ответы, вот вам еще один вопрос. В туалетах может что-то быть? Игры делятся на два типа. В тех, в которых есть что-то в туалете, и в тех, в которых нет ничего в туалете. Что здесь? Смогу ли я найти что-нибудь интересное в каком-нибудь туалете? Есть ли смысл в них заглядывать? Потому что, ну, я понимаю, что это игра и все дела, но мне даже вот в игре не особо приятно было бы заглядывать в средневековый сральник. Ну что, извините за мой французский. А вот это, блин, вот это только что смотрелось, как какая-то тайная дверь. Минуточку, тут нет пасхалки, что если я сяду в коробку, меня унесут и я проснусь где-нибудь? Нету такого. Ладно. Ой, елки. Ха, интересное местечко. Я вас понял. Мобов пока не наблюдается. Давайте посмотрим, что здесь. На что это похоже? Это похоже на лабораторию стеклодува. Ну, не лабораторию, мастерскую стеклодува. Ящичек, кстати. Ты кто? Круглый нож. Ха. Баланс хороший, режущий неплохой. В принципе, короткий. Оно мне нафиг не надо. Трубка тоже. Неплохо. Есть ли, опять же, смысл все это таскать и перекладывать? Только беспорядок создаю. Молодец, сам же уронил, сам же спотыкнулся. Красава. Ну ладно, уронил я, спотыкнулся он. Ну, кого это волнует? Come on. Хорошо, хорошо, хорошо. Вон еще один ящик. Ящики припрятаны, блин, ну максимальнейше просто. Я не знаю, вот ребята, кто это делали, просто браво. Фиг найдешь, можешь ставить впритык к ящику и не найдешь. И он еще и бесполезный. Ну, то есть, вообще же хорошо, да? Тут стеклянная трубка, тут куча стеклянных вещей. Ну, как бы стеклянные вещи попадались и до этого. Но вот эти вот вещи, как бы не то, что напоминают, а такое ощущение создают, что это мастерская стеклодува. Да, блин, иди, пожалуйста. Вот рэгдолл хождения иногда просто максимально вымораживающий. Я ничего не могу с этим поделать. Игра мне очень понравилась. Как здесь все сделано, мне очень нравится. Но рэгдолл хождения просто иногда максимально отвратительный. Ладно, когда он тебя просто вымораживает, а когда тебе нужно выйти, потому что тебя бьют, а он не идет. Ну, как бы, не знаю, такое себе. Хорошо, это фишка. Стеклянные. Все стеклянные. Трубки стеклянные. Ну вот, да, трубки, бутылки, фишки, все стеклянное. Еще одна штука к подтверждению тому, что я говорил, что это все-таки что-то от стеклодува. Ладно. Смотрите, сколько здесь всяких... Как это... Тарелка-то называется. Это реторта. Да. Я вот как раз вспоминал это название. Спасибо, игра подсказала мне. Сковорода. Где вы такую глубокую сковороду видели? Это ковшик. По крайней мере, у нас это так называлось. Так, ладно. Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Три сундука. То, вот это вот выглядит, как будто тут кто-то сидел, что-то записывал. Но я здесь не вижу ни свитков, ни... Давайте я табуреточку подвину, пожалуйста. Ни свитков, ни бумажек, ничего такого. Ну вот опять же этот сундук со стекляшками и все. Хорошо. Стеклянная лаборатория. Будем, ну как бы я стараюсь для себя какие-то вещи называть какими-то именами. Возможно, я где-то чуть-чуть ошибаюсь насчет того, что это такое, что у него за предназначение. Так, кстати, других проходов тут не было, да? Да, хорошо. Я продолжаю на это надеяться. Значит... Вот тут мы были, вот тут мы были. Можем со спокойной душой двинуть дальше.
убив 4 человека. Минуточку, ладно, ладно, ладно. Это не люди, это зомби. Но знаете, мне все в голову приходит вон та записка, которая говорит, что они никак не могут избавиться от своей то ли человечности, то ли что-то. То есть как только человечность их оставляет, они умирают. То есть могу ли я считать, что эти зомби все равно в какой-то степени все еще немножко люди? Коридор, который ведет в коридор. Пусть это хотя бы комната будет. Нет, это просто коридор, ведущий в коридор. Вот комната. Так, с комнатами надо быть реально повнимательней. Ну, тут, конечно, 100-500 дверей. Я сразу в угол бегу и буду из него исследовать. Как бы, не знаю, такая логика. Вторая хилочка, вторая хилочка. Большая вторая хилочка. Так, ладно, тыкалка. Тыкалка у нас... Баланс неплох, импульс неплох. Проникающий такой себе, режущий такой себе. Копье. Баланс круче гораздо. Импульса поменьше. Импульс, я так понимаю, скорость разгона оружия, что ли? Ну, то есть, по логике. То, с какой скоростью оружие разгоняется и наносит больше урона, да? Блин. Ну, это вообще-то Вулк называется, а не Вульш. Ну, ладно. Знаете, мне кажется... Ну, импульса там наполовинку побольше, да, но баланс у копья побольше, и оно одноручное. Я не буду его брать. Так, ты у нас кто? Куртка. Неудобство. Куртка у нас броньку тупо заменит, да? Да-да-да, поэтому куртка тоже идет лесом. Спасибо, не хочу. Вулк тоже брать не буду. Но зелька с хилочкой, это прям сильно. Это вот респектище, спасибо им огромное. Кстати, я говорил, что он типа, ну ладно, это там бомжи, мы их разобрали. Так-то оно, конечно, так, и они бомжи, и мы их разобрали. Но вы видели, что вот этот чувак со мной сделал, как бы, когда я был неподготовленный к драке и пытался от него выбраться, он мне накостылял, пол хпшки снес, я прям реально, у меня появились мысли, что я сейчас улечу на загрузку. Ну, не на загрузку, просто получу больше увечий и всякого такого. То есть, это как Dark Souls. Как бы главное, ребят, проблема-то игроков Dark Souls, когда они заходят, о, бомжи, легкий опыт, бах, иди, начинай заново. Здесь то же самое, нельзя никого недооценивать. Бомжи не бомжи, а нужно осторожней. Кувшин. Как я за него рад, просто чертовски. Ладно. Ай, она с проходом, комната с проходом. Ребят, сделайте. Там коридор из коридора. Второй коридор, в этом коридоре первая дверь. Я так для себя повторяю в голове, чтобы хоть как-то не запутаться. Потому что карту приходится... А, из этого коридора... Ты издеваешься? Это сквозное? А вот эта комната, которая была вторая комната в коридоре, да? Да, все. Ладно, это у меня сошлось немножечко. Спасибо, чувак, спасибо. Падай больше, пожалуйста. Тут у нас. У нас уголь, у нас трубка, да. Трубок разных, кстати, дофигища. Кость игральная. Вот это, кстати, тоже прикольно, потому что иногда в современных игрушках что делают авторы? Они такие штампуют одну модель трубочки, и типа, и все, ты эту трубку потом находишь всю игру, и это чисто какая-то та теоретическая трубка, которую курят. Вот, им просто лень нарисовать. Ты издеваешься, тут есть еще. А вот это, тут тоже дверь есть? А тут двери нету. О, хорошо. То есть хоть какая-то замкнутость в помещениях. Давайте шмонать эти сундуки. Я сейчас немножечко угол изменю. Да, кстати, коробочка в коробочке. Мне говорили, что шкатулочки, коробочки... Туда можно что-то... Кстати. Да, можно помещать вещи, а потом ложить их в это. Давайте я, наверное, так и сделал. Почему нет? А, я не могу туда положить вещи, которые я могу употребить. Я могу положить туда только... Давайте я сложу туда, знаете, да, все книги, все свитки. Стоп, ребят, минутку. Окей, я понял свою ошибку. Это не потому, что зельки мы туда... Мы не можем положить туда зельки, не потому, что мы их не можем употребить, потому что они туда тупо не влазят. Блин, это очень круто. То есть я туда начал пихать бумажечки,
часть бумажечек туда влезла, я, наверное, где-то найду еще одну-две шкатулки и буду в них впихивать, буду хранить все в шкатулках. Тут у меня литературный уголок, так скажем. Хорошо, вот этот, кстати, а, это молот, 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 точно, молот я пока тоже не буду выкидывать. У меня тут оружейные, тут броня, тут ключевые предметы, в прямом смысле слова. Я не знаю, вот это банка. Да, кстати, ребят, ответьте мне насчет банки. Давайте я пояс вот этот выложу здесь, ну, потому что он не одевается и вряд ли он мне пригодится, так что пофиг на него. Ответьте мне насчет вот этой баночки, нужна она мне, не нужна, что мне с ней делать и всякое такое. Латные перчатки, а, латные наплечники. А, у меня снялись наплечники, когда... Все, извините. Был неправ. Два пояса. Кожаный ремень. Кожаный ремень. А я могу его одеть? А, ремень у меня полностью заменяет броню. Ну, тогда нет, спасибо. Хорошо, с этим разобрались. Очки я специально не выбрасываю. А, я могу ходить даже поверх шлема, да? Минуточку, какой там был шлем, из-за которого я не мог одеть очки? Все, короче, я буду ходить в очках, я очкарик. Так, хорошо. Все, 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 более-менее разобрались. Со шкатулками разобрались, с коробками разобрались. Фух, наконец-то ты... Да, у меня по ним несколько серий были вопросы. Спасибо, что ответили, спасибо, что написали. Так, что у нас тут? У нас кисет. Получается, и в кисет можно что-то ложить? Да, то есть любая вещь, которая открывается, у нее есть такое поле, куда можно что-то положить. Вот видите, книжка туда уже не влазит, например. Все, я понял, есть вещи, в которых можно что-то хранить. Супер, сошлось. Тут у нас ничего, тут у нас ничего. Вот эти два ящика мы обшмонали. Очки, очки, блин. С чем? С кожаным шлемом у меня очки тогда не налазили. Видимо, с этим шлемом очки... Ой, какая модненькая желтая рубашечка, жилетик. Ну, такая себе. Но модная, ну, такая себе. Так, тут какие-то простые вещи. Тут жил какой-то любитель желтого цвета. Суперски. Еще я крайне благодарен игре за бесконечный факел. Вот просто... Респектище огромнейший. Пальто с огромным покрытием. А вот... Вот ты кто? Ты ножницы. Такими ножницами не ногти, а пальцы отрезать, знаете, очень действенно было бы. Вот опять лежат ножницы, запросто можно было перепутать с ключом, потому что ближе игра не приближает. Упади, пожалуйста, да? Не будешь падать? Ладно, не упал. Ближе я не могу зумчиком наехать, и поэтому мне приходится вытекать свои глаза и всматриваться в то, что здесь есть. Ни в коем случае не минус игре, а это я к тому, что вот почему так происходит, что я чего-то не замечаю. Я могу, да. Так. А самое отвратительное, наверное, там вот уже смотрели, вот эту дверь я открывать буду. Наверное, буду, чтобы я знал. Блин, там тварь какая-то ходит. Хорошо. Чтобы я знал, что вот здесь мы уже побывали. Там есть проход дальше. Пойдемте мы туда зайдем. Пытаюсь просто ориентироваться с помощью дверей открытых-закрытых. Как это все работает, посмотрим. И тут, кстати, я думал, что будут тоже скелеты, а тут обычные зомби. То есть два с половиной, второй с половиной этаж. Он у нас был неким бонусным и... Учитывая, как мы там прибарахлились, это был неплохой бонус. Того чувака скелета мне даже немножечко жаль, потому что он просто забагался в текстуре. Мне кажется, он бы меня убил к черту, если бы он этого не сделал. Тут просто прачечная. Ну, отхожее место-прачечная. Хотя вряд ли... Ну, тут вещи стирали, тут умывальники. Я думаю, что отхожее место — это все-таки люди туда в туалет ходили. Хорошо. Продолжать ли мне мои кровавые традиции, убивать ли людей просто для того, чтобы убивать людей? Ну, я даже не знаю. Это у нас побочный коридор, у нас остается еще главный коридор, в который мы так и не допрошли. И туда можно сходить, там вроде как дверь была. А тут в этом коридоре еще два коридора. А, не-не-не-не-не, все нормально. Это у нас... Что? Хотел сказать, все нормально, это лаборатория Стеклодува, но нет, это не она, это еще что-то, и тут открытая дверь.
Ну, видите, моя система иногда дает сбой. Так, тут, скорее всего, запекали горшки. Ну, раз дверь открыта, давайте мы сюда зайдем, тоже лутанем здесь. Да, здесь урны. Урны и столярный инструмент. Угу. А вот это что? Кувшин. Кувшин. Супер. Тут тоже явно что-то записывали, какие-то выдавали запасы. У меня только что чуть меньше из рук не упал, было прикольно. Ну, да, да, здесь вполне... Это гончар здесь работал. Вот эти круги для того, чтобы придавать кувшинам форму. Это гончарная мастерская. Вот меха. Ребят, кто вспомнил, что такое эти меха для раздутия огня? Блин. Сколько слов уже ушло просто в историю. И мы этого не знаем, не видим. Так, ладно. Не будем сильно рассусоливать. Здесь мы были, здесь мы были, здесь. А, здесь я чуть не спотыкнулся. Пойдем посмотрим там за полочкой. Там же проход еще есть, черт побери. Тут ящичков никаких нету. Не знаю, я пока радуюсь. До сих пор у меня осталась радость с того, что я нашел хилочку. Мне прям хорошо от этого. Здесь. Это зал готовой продукции. Уж не знаю. Вот ты кто такой вообще? Вот что вот это? Палитра. А-а-а! Их здесь разукрашивали, если надо, да? Краска. Глиняный горшок, в котором когда-то хранилась краска. Когда-то. Но сейчас нет. Угу. То есть это, соответственно, тоже пустая. Когда-то хранились красные, желтые, синие. Да. Отлично. Зачем я здесь? Урны. Они не разбиваются, кстати. Хотя я опять же говорил, что звук у них такой, будто могут разбиться. И вот тут валяются даже разбившиеся. Но когда я их роняю, они предпочитают не разбиваться. Вот это вот что такое? Ну я же на это нажимаю. Скажите мне, что это? А, это просто осколки. Просто они так лежали... А, эта атмосфера, в этой атмосфере начинает давить на мозги, ты начинаешь видеть совершенно другие вещи. Хорошо. Все, гончарная мастерская, стеклодув. Угу. Гончарная мастерская и стеклодув. Выход здесь только один. Вон там дверь. Или же давайте я все-таки в тот коридор в ответвление схожу. У нас типа главный коридор и ответвление. Не знаю, драться мне с ней, не драться. Ау, я в дверь врезался. Тут две двери, кстати. Ты же не будешь на меня... Ай, блин, она же меня раздражать потом будет, да? Но у нее молоток. Все. Я пытаюсь подгадать маневрирование на удар, чтобы когда вперед-назад наступаю, кожаный жилет. Специально для женщин. А, это у нас ксеновский жилет, так называемый, да? И молот. Импульс просто офигеще какой! Он двуручный же, наверное, этот молот. То есть, если вот этим вот по кому-то врезать... Ну, дробящий у него средний, но если таким по кому-то врезать, то он просто убьет к черту. Боевой молот и молот. Не, менять, наверное, не буду. Мне кажется, что он двуручный, но просто я сейчас офигел от того, что увидел. А убил я ее, ну, убил, потому что она мне тут мешалась. Она бы ходила туда-сюда. Блин, каждый раз я ищу себе оправдание, зачем я убиваю их. У меня есть этот этаж уже мертвый. Ну, по крайней мере, кого я встретил, никто еще от меня живым не ушел. Я каждый раз пытаюсь... Найти себе оправдание, почему я это делаю. Так. Ответвление привело нас к еще большим ответвлениям. Блин, красота.
Я потеряюсь, к черту. Ладно, в эту дверь пока не пойдем. Посмотрим, что нам этот... О, коридор, он с топором. Он с топором. Но он не нападает. Этот коридор вообще бесконечный какой-то. Все, хорошо. Коридор бесконечный, без дверей. Меня устраивает. Давайте сюда зайдем. Потому что тут сразу начались двери. И вон какие-то из них уже открыты. Так, это еще один туалет, да? Есть двери, которые открыты еще... А это разве... Нет, это похожее помещение, да? Просто зеркальное. То есть я хотел сказать, мы разве тут не были? Но вон там дверь закрыта, и тут сундучок. Это просто какое-то зеркальное помещение. Красненькая шелковая рубашечка, вообще суперская. Ящик. Игра взялась меня путать. Игра молодец, игра может. Игра такая, что может. Тут у нас бутылочка. Просто так, пальто. Рубашка. Я на всякий случай проклацываю, потому что, ну, мало ли, я где-то что-то пропущу. Было бы крайне обидно, поэтому, ребят, чуть-чуть терпения, я надеюсь, оно у вас есть. Вы же пришли смотреть эту игру явно не потому, что вы фортнайтер. У вас все нормально с логикой, с терпением, поэтому я надеюсь, что все хорошо. Так. Тут та же прачечная, вон сундучок, вижу. Я сейчас с него загляну. Тут что-то лежит, мне кажется, или... А, мне кажется. Все нормально. Так. Ну, как обычно, мыло там, перечница. Все же самое перечницу в душ берут, да? Минуточку. Никто же не ходит в душ без перечницы. Ты только мыло такое достаешь. Такое... А поперчить? Пугаете меня? На самом деле вы меня пугаете. Ну, не то, что вы меня пугаете, а такие, ищи внимательнее. Вот тут еще внимательнее будь, а вот тут еще внимательнее. Ну, как бы, да, я стараюсь. Знаете, мне... О, там сундук, кстати, прям сундук. Знаете, к чему это все приведет? К тому, что... О, гребень. К тому, что я реально буду сейчас ползать вот так вот по полу, подбирать каждую вещицу. Не подбирать, а нюхать. А где-то что-то важное прям перед носом я упущу. Я могу так сделать. Бригандина! Ты вместо чего у нас? А, вместо вот этого? Ой, зачем я выкинул? Блин. Прям хорошая вещь, слушайте. Все лучше и от режущего, и от дробящего, от колющего. Прям все лучше. И знаете что, вот... У нас от режущего 3,5. Знаете, я теперь еще и нагрудник выложу, потому что он стал теперь бесполезен, к сожалению. Ну, не к сожалению, а бесполезен. Потому что мы нашли вот эту штуку, и у нее покрытие реально лучше. Импульс лучше от режущего, от всего лучше. Даже чем у нагрудника, и даже чем у нашей керасы вот этой вот. Еще и неудобства меньше. Вообще шоколадно. Гляньте, ну, не знаю, вот эта вещь шикарная, прям мне очень понравилась. Подшлемник, ну-ка, секундочку, у нас там что-то одето, у нас что-то такое же одето, да? Да, ну тогда я вот этот темненький себе оставлю, мне нравится больше. Хорошо, куртка, куртку нет, спасибо, кисет, да, кисет, лучше для мужчины нет. Блин, ну вот это, кстати, неплохая бронька-то, мне нравится. Фу, хорошо, что нашли. Будем знать, с этой стороны у нас зеркальная комната. Можем ли мы предположить, что из-за этого есть симметрия во всем этом этаже? Конечно же нет. Коробка. Да, кстати, да-да-да, говорили, есть шкатулки, есть коробки. Было такое. Итак, что я могу в эту коробочку-то сложить и сколько? Сейчас, ребят, секунду. А, я даже свиток не могу сложить туда. Нет, вы не поняли. Свиток мне надо ложить туда, мне его надо в коробку. В коробку ничего не вмещается. Может быть, ключики в коробочку положить? О! А это идея.
Я люблю все ныкать такое по коробочкам, всякое такое. Так что вот, давайте, ключики мы сейчас вот сюда. Я такие, опа, если что, у нас 3 штуки есть. А новые ключи у нас будут лежать сверху, чтобы мы теперь не путались в них. Все. Чернильница? Нет, спасибо. Ладно, для коробки нашлось свое применение. Эту часть мы всю прошли, вроде как да. Что у нас тут? Да, есть очередная дверь, конечно же. В еще одни бесконечные коридоры. Так, стоп, ребят. Тут у нас бесконечный коридор. Тут две зеркальные половинки. В бесконечный коридор я пока не пойду. Я пойду вон туда, в тот первый коридор, попробую дойти его до конца. Не знаю, какая здесь логика, но почему-то мне кажется, что она есть. Возможно, она неправильная. Тут вон есть еще одна дверка, еще какой-то зал. А эта дверка у нас тоже туалет, только побольше размеров. Не знаю, здесь они что-то не пожлобились. Возможно, там еще место для того, чтобы люди руки мыли. Ну, что было бы логично. В туалете, после туалета руки помыть. Так. Ага! Вот, видите, не знаю, я же говорил, что есть какая-то логика. Эта дверь заперта. Это глупость, что я сейчас делаю. Конечно же, эти ключи не могут ничего здесь открывать. Но почему бы не проверить, если уж я здесь. А со второй стороны? Я только сейчас понял, что здесь есть вторая дверь. А она открыта. И здесь... Твою за ногу, я нарвался на зомбака! Здесь тоже мастерская. Тут у нас 3 мастерских, получается. Он вроде не бежит за мной. Так что я вот и убивать его, наверное, не буду, да? Это же было бы правильно. Я его напугал, естественно, он ощетинился, так скажем. Но он же потом остыл. Вот, я человек в очках, мне драться вредно. А, тут сундучок есть. Ну, тут этот капюшончик стеганый. И башмачки, и в принципе здесь больше ничего такого не вижу. Наверное, это, кстати, сам мастер, который зомбарь. Хорошо, тут у нас коридорчик, в котором нужен ключ. И все. Тут 3-я мастерская. До этого была мастерская стеклодува, мастерская эта. Вот он тут ходит, пусть ходит. Я его не буду трогать. Значит... А, да-да-да, тут туалет, что-то я... Значит, мы сейчас бежим туда, и у нас остается выход или же по бесконечному коридору вниз, или же в те неизвестные дебри, которые у нас там открываются, а там прохода 2 или 3, там прям много. Давайте посмотрим, что по бесконечному коридору. Я не буду бежать, чтобы тот чувак на меня не заагрился, я думаю, что он до сих пор там. У меня такое ощущение. Блин, вот сейчас бы такую музыку из триллера какую-нибудь. Говорю, не буду бежать, не буду. Ага, бесконечный коридор заканчивается у нас дверью и проходом с дверью. А дверь... Это комната? А дверь с еще одной... Ну, там, кстати, не дверь, там дверной проем. А это у нас именно дверь. И тут у нас еще одна дверь, блин, ребят. Дверная фабрика просто озолотилась, когда вы заказывали все это. Мне кажется, там прям... Люди на Роллс-Ройсах к вам приезжали за заказами, не? На полочках ничего? Вроде ничего. Ну, дверей тут прям натыкано. Ох, ёшки-матрёшки. Тут ничего, ладно. Это ты меня в куда выведешь? А, это просто комнатка, фух. Я сейчас боялся, что я открою тут дверь, и тут еще сейчас будет что-то. Вот еще одна коробочка. Ну, не знаю, давайте коробочки, кстати, я возьму. Клубок. Коробочки, они к тому же разные. Коробочки пусть у меня будут. В шкатулку, если я еще найду шкатулку, то, естественно,
я буду туда продолжать складывать свитки, хотя вроде как сказали, что они нафиг не сдались. Стоп! А знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает то место, где я нашел карту на первом этаже. Естественно, это не первый этаж, это было бы глупо. Но это место мне напоминает именно ту комнату, кухоньку, на которую я приходил, еще на которой мне приходилось тогда драться то ли с двумя, то ли с тремя зомбарями. И там кладовые были очень богаты. Например, на карту. Не, ну сейчас мне тут карту не дадут. Будет так же, как со вторым этажом. То есть я сейчас буду ходить, 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 пока в конец себе голову просто не сломаю. Такие, ну ладно, ладно, чувак, на тебе карту. Это еще в хорошем случае, потому что... Блин, я вот почему-то только сейчас подумал, почему я не пользуюсь компасом? Он же у меня их есть даже два. Эта фигурка у нас шахматная получается. Потому что вот они. А ты у нас король. Ясно. Значит, эта фигурка мне не пригодится. Кто-то ее просто утащил с собой и отнес туда. Может быть, кто-то жульничал при игре в шахматы. Я предполагаю, что это шахматы. Ну, или их эквивалент. Я пришел... А, ну да, собственно, вот кладовая, вот... Двери в дверях, двери на дверях, двери с дверями, которые открываются в двери. Просто... А, это не ящик, это просто коробки. Хорошо. Хилочку я нашел, хорошую броньку я нашел. Я хочу найти что-то знаковое в этой серии, блин. Я был бы очень рад, если бы так получилось. Это у нас, значит... А тут что? Просто кладовая. Я вас понял. Хорошо, тут мы исследовали, тут сквозных проходов нету. Окей, мы пришли, если что, отсюда. С севера. Мы пришли с севера. Как бы это ни прозвучало. Тут уборная. А куда делся чувак, который тут ходил? Кстати, хороший вопрос, он же тут ходил. Здравствуйте. Отойдите от двери, пожалуйста. Ночной дозор, выйти из сумрака. Ну уйди. Я не хочу с тобой в дверях махаться. Блин, а что у него, кстати? Может убить. Знаете, мне кажется, я вот за свою самоуверенность когда-нибудь поплачусь, потому что я нарвусь на какого-то чувака, который просто мне звездюлей отвесит, и все нормально будет, да? Вали! Да блин, хватит мне по горбу навешивать-то! Да, я понял. Это одна из моих больших ошибок. Если я включил боевой режим, нельзя пытаться удрать. Мне догонят, мне навешают. Блин, чувак просто в коже был одет. А что у тебя была за пушка-то? Топорик простой, да? Да, топорик. Но он стоял там, не уходил, что я сделаю. Так, это выглядит как... Я бы не сказал, жилые апартаменты, как столовка еще одна. Я сейчас туда подойду, я хочу, знаете, есть такая тактика по стеночке. Когда играл в Диаблу, я так делал. То есть карта огромная, чтобы не растеряться, куда идти. Ты просто идешь по стеночке и заходишь во все вот эти боковые локации для того, чтобы их осмотреть. И потом выходишь, потом идешь дальше по стеночке. Это случайно не... Нет, это свеча. Мне показалось, что это может быть записка. Нет, это не записка. Дайте я найду что-нибудь крутое, ребят. Ну, игра, пожалуйста. Вознагради меня за внимательность. Вот, каждый раз, когда я вот так вот переворачиваю всякие шмотки, тут все-таки чувствую себя каким-нибудь там... следственным из прокуратуры... Нет, следователем. Во, правильное слово. Который, типа, устраивает шмон бедным зомбям. Так. Ну, комодец. Комодец.
Бутылка. Блин, почему она так на это, на ядерколу похожа, эта бутылка? Шелковая рубашка. Деревянная кружка. Тут. Тут чьи-то покои. Ого! Ну, прикольная вещь, но нет. Это нам снимет и наколенники, и наголенники, и все. Поэтому нет. Тут всякие стеганые. Я так понимаю, что вот эти вот всякие шмоточки, пальто из сарамен... Не-не-не, спасибо. Всякие вот эти шмоточки, они тут просто для того, чтобы были, или там максимум на своего спутника нацепить. А по-настоящему мы ищем именно сундуки. Вот, потому что вон сундук мы открыли, и в нем была вот эта бронька, которая классная, которая прикольная. А вот такие вот сундучки, ну они типа простенькие, в них не особо что есть. Хотя... Ну вот кераса есть, например. Но кераса для нас это уже не то, это уже что-то слишком простое. Мы пришли из вот этой двери. Вроде как. Значит, есть еще вот это. Давайте я сначала в открытую загляну. Тут ничего, тут просто ванные, так скажем. Где люди могли ополоснуться. Это вроде как небольшой такой таверны. Можно сюда. Здесь. О, здесь комнатка. Тут перчатки. И пальто. Так, тоже ничего особенного. Тут пальто. Кто-кто? Пальто. Ну, давайте еще вот в эту комнатку заглянем. Тоже или чья-то комната будет, или... Ну, чья-то комната. Отлично. Сапожки. Ну, сапожки, кстати, не... Нет, они же мне снимут... Мне нельзя одевать сапожки, потому что они мне снимут наголенники. Но насколько у меня хороши наголенники... слишком хороши, чтобы менять их на сапоги. Потому что есть обувь и есть отдельное это. Все, все оно вместе дает комбо. Если одену сапоги... Вот это все слетит, так что, наверное, и нет. Хотя, вот я бы услышал ваше мнение, например, в этих случаях, когда вот есть низкие ботинки и наголенники, есть вот такие сапоги. На мой взгляд, наголенники с ботинками лучше, чем такие сапоги, но вы мне скажите, если я в чем-то ошибаюсь. Я же говорю, многие механики этой игры до сих пор остаются для меня загадкой. Чтоб тебя, я же спрашивал, куда ты делся, а вот ты где. Я тут как раз твоего друга ушлепал. Вы главный. Так, хорошо, это у нас конец бесконечного коридора. Два тупика, отличнейшее. Значит, после бесконечного коридора у нас тут есть зеркальный переулок. Зеркальный переулок, где тут две комнаты, там две комнаты. У них еще тут сортиры по краям. В конец зеркального переулка. И мы выйдем... Как это место называется? Т-образный. Ну, блин, тут слишком много Т-образных. Швея тут работала. Ткацкая мастерская. Еще одна мастерская. Блин, их тут прям много. Да, смотрите, тут вещей прям очень много, которые... Ну, в стеклодувной мы находили стекло, в горшочной мы находили горшки. Так, а здесь мы находим шмоточки, потому что их тут делали. Так, тканые брюки, руки в брюки. Здесь, под стенкой, я ничего не забываю? Вроде нет. Давайте не забывать, там был Т-образный перекресток, на котором мы пошли налево, и потом дверь направо, так? Вот это, кстати, я... А, ну да, я же это и обыскивал. Тут у нас ткачихи сидели, тут есть... Есть дофига всего, просто, блин, хоть задницей жуй. О, этот кожаный шлем, из которого мы уже выросли, шерсть. Ну, это больше на нитки похоже, так, если по-нормальному. И гамбизон. Ну, вроде как у нас все получше. Сундук. Вообще беспалевно такой из этот. Латные наручи. Они у нас заменят... перчатки. Серьезно? И наручи, и перчатки заменят, да? Латные наручи.
латные наручи, которые я взял. У них режущий наполовинку побольше и колющего наполовинку побольше. А так они точно такие же. При этом они мне скинули рук перчатки, которые я ни в коем случае не хочу снимать. Поэтому делаем вот так. Делаем вот так. И до свидания. Делаем вот так. Ну, это хорошая вещь, я не спорю. Но опять же, в комбинации с того, что у меня есть, она лучше, на мой взгляд. Я же одел на себя все то же, что у меня было, да? Эти перчатки просто суперские, если меня начнут бить по рукам. Опять же, все немножечко неоднозначно, потому что есть кисти и есть руки. И в данном случае кисти у меня хорошо защищены, а руки чуть похуже. А то больше мне давало бы защиты именно на руки, но кисти оставались бы без защиты или со слабой защитой, если бы я нашел простенькие перчатки. Ну, такое на самом-то деле. Блин, я не пойму, на самом, как меня бьют больше. Меня просто берут и бьют, у меня уходит жизнь. Я пытаюсь замотаться в разные слоя разного всего. Инструмент сапожника. Сапожник! Вот тут сапоги. Да блин, убеет эту табуретку из-под... Стоит и начинает просто это. Так, хорошо, молоток. Ага. Тут куча сапогов. Но сапоги обычные. Сапоги обычные, ничего в них нету, потому что тут просто делали их, вот и все. Гляньте, сколько тут обуви, просто, блин, офигеть. А, минуточку, у нас обувочка ботинки. 1,5-2. Нет, ну, все, что здесь представлено, оно такое себе. А в ящичке у нас просто молоток. Просто молоток. Просто здравствуй. Накидка. Рубашка. Все супер. Все просто бомбически супер. То есть лута дофигелиард. Но взять я это все... Не то чтобы не могу, мне оно незачем. Хорошо. Сапожная мастерская — это тупик. Предельная мастерская — это не тупик. От нее два выхода. Один в кладовку, другой... Пожалуйста, пусть он будет где-то тупиком, пусть это будет какая-то ванная. Да, это тупик. Отличнейше. Ну, здесь, видимо, просто стирали вещи. Ну, вот гамбизон. Суперски. Тогда, давайте мы... Сейчас, секундочку, я выйду отсюда, хочу посмотреть. Так, хорош биться-то, блин, обо всё. О, он сюда пришел. Фух, с этим мы неплохо разобрались. Я резко выбежал, он резко замахнулся. А, меч. Прекрасно обработанный полуторный меч. Он имеет украшение неимоверно... Опа, а он одноручный случайно? Не, ребят? Давайте, пусть он будет одноручным. Не, он двуручный. Он одноручный! Какая красота! Вы посмотрите... На импульс, баланс... Блин, ну, кстати, баланс-то у моего получше был. Но у этого режущий гораздо больше, проникающий гораздо больше. Этот меч не тупой. Прекрасно обработанный, полуторный. Он имеет украшения, напоминающие солнце, стоящее на страже. Старый ржавый короткий меч. Ну, блин, по названию понятно же уже, что и где. Блин, спасибо, чувак. Вот тебе мой меч в подарок. Просто я тебя этим мечом убил. Пусть он у тебя остается. А ты что такое? Печать поверенного. Печать, выдаваемая поверенным, представляющим закон Ардента. Ею можно открыть, только поворачивая кольца в определенном порядке, известном только поверенному, которому она принадлежит. Это хорошая или плохая новость, ребят? Печать я, конечно же, заберу. Явно это сюжетный предмет. На рукавнике. Нет, это, кстати, гамбизон. Это перчатки.
Погодите. Вот эта штука против вот этой штуки. Да, на рукавнике и... Не, ну мои получше будут, спасибо. Их просто фиг выделишь и всякое такое. Так, отличнейше. Я пытаюсь на него обратно надеть. Штаны, нет, штаны. Так, на рукавники мы нафиг упираем. Штаны мы нафиг упираем. Сапоги. Хорошее покрытие, но нет. Я потихоньку эти вещи с него снимаю, да. Перчатки обычные, ну, нет, тоже нет. Вот, кольчуга. Она у нас что заменит? Мне интересно. Она у нас заменит вот эту кольчугу, да? Покрытие лучше, режущие лучше. Все остальное также. Ну, поэтому я одену вот эту, которую я только что подобрал. Она лучше. Суперски. Так, туника, куртка, сорочка бархатная. Поверенный какой-то был, да? Поверенный, проверенный. А это было так запланировано, что он должен был здесь на меня напасть? Или же это случайно так получилось? Я хотел просто выйти, посмотреть, а тут этот поверенный... Хорошо, выход из мастерской только здесь. Более-менее я дальше уже понял, в какую сторону нам надо направляться. Так что на этом пока у нас, наверное, все, ребят. Мы и так немножечко затянули хронометраж. Просто было очень интересно, куда все это идет и как все это будет. Тут у нас только что перчатки валяются, да? Кожаный жилет, наручи, перчатки. Тут на столах разложен лут. Я это только сейчас заметил и понял. Хорошо, ребятушки. Все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. До встречи в следующих сериях. И всем оладушек. Всем покеда.